В рамках Гайдаровского форума, который проходит в Москве, соглашение о сотрудничестве подписали Сергей Морозов и руководитель подразделения электрооборудования компании АББ Александр Прудников. Компания, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации, поможет ульяновцам развить зарядную инфраструктуру для электромобилей. Зарядные станции будут построены не только в областном центре, но и по всему региону. Мы сейчас активно начинаем строить у себя в регионе специальные станции по зарядке электроавтомобилей. Мы приняли ряд законов, сейчас готовим еще несколько нормативно-правовых документов, которые будут позволять человеку, который захочет иметь чистый электротранспорт, чувствовать себя максимально комфортно. Также стороны договорились развивать проекты, направленные на внедрение прогрессивных решений в электрификации. По данному направлению специалисты компании проведут в Ульяновске ряд образовательных семинаров. Ульяновская область давно известна своим инновационным подходом в плане взаимодействия с инвесторами. Работает, успешно функционирует особая экономическая зона. Успешно развивается автомобилестроение. Первый ветропарк открыт как раз на территории Ульяновского региона. И данный тренд продолжается. Безусловно, подобного рода подходы региональные, они привлекают высокотехнологичные компании для того, чтобы на этих площадках, собственно говоря, и применять новые инновационные технологии, повышая эффективность инфраструктуры производства. Напомним, Гайдаровский форум проводится уже в 11-й раз, а главная цель – привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению социально-экономических и политических проблем. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.